Всем привет, друзья, с вами Статист. И сегодня мы будем играть за Демократическую Республику Конго, которая хочет стать коммунистом и овладеть всем миром. Сначала мы демократы, которые говорят на любых плохие слова. Так. И мы хотим стать наш правитель. Сказал, мы будем снимать терапию. Значит, мы республика демократическая. И нам нужно больше монет, чтобы создать наш коммунизм. Так, я думаю, нам столько будет, хватит. Почему мы не можем? Что нам не хватает? Монархи. Тоже ничего не можем. Ну ладно. И завладеть первой страной наш будет Бурунди, который мы сейчас захватим. Но сначала Бурунди. Мы пойдем на него. Ну все, Бурунди. Бурунди. Все, кирдык Бурунди. Да здравствует Бурундийская республика. Кстати, мы будем сейчас создавать марионетки. Ой-ой-ой, как это на нашу экономику. Давайте-ка побольше мы налог. А, давайте тогда распустим армию. И товары нормальные. А, у нас инвестиции большие. Ля крысы. Да здравствует наша Демократическая Республика. А, долги. Не нужны нам никакие долги. Так. Освободить вассала. Установили столицу. Выбрать телевизацию. А, ну давайте это будет Бурундийская Республика. Бурунди. Водить вассала. Да, все, это наш вассал. Все, Бурунди наш вассал. И мы так будем потихоньку создавать вассала. Так, сейчас будем нападать на эту страну, и будет она у нас вассал. Нет, нам же тоже нужно расширяться. Логично? Логично. Так что она не вассал будет, а в нашем составе. Мы же тоже должны как бы расширяться. Все правильно. Мы будем маленькие вассалы, которые нам в принципе не нужны. Вот большие все. Бурунди давай пригласим. Вместе с ним будем делить. Так. И уже в первые дни мы начали атаку городов. И в первые дни мы уже около столицы. Так понимаю, мы сейчас ее заберем. Оп. Нет. Оп, столица взята. Вот это взято. В маленькие сроки мы взяли столицу. Все.
мирные переговоры. Забираем себе эту территорию на сожрание. Все, мы расширили свои границы. Это у нас вообще вассал. Так, теперь у нас другие будут границы. Я хочу еще их расширить. Так, сейчас. Пацаны, кое-что нужно упало у меня. Повесить нужно. Ой. Понятно. Ой, господи. Зачем мне? Вообще, что это не мое. Все. Так, ребятки. Мы на них будем нападать. Сейчас. Вот тут. Так, берем в короткие сроки. Идем отсюда. Три тысячи войск готовы к войне с Южным Суданом. Южный Судан, те кранты, Бурунди. Все, объявляем войну. Сейчас мы вместе с ним как-то будем пилить. Правда, не знаю, как это. Мы атаковали границ. Блин, не взяли столицу. Короткие сроки мы взяли столицу. Они уже не смогут освободиться от нашей влияния. Я сейчас думаю. Ребята, мы... Сейчас возьмем их. Первый, второй, третий. И в короткие сроки мы взяли Южный Судан. Бу-бум. Расширяем мы свои. Короче, спасибо за просмотр первой части. Всем пока.